Ну, тут смотри, с какими ребятами я. Ну, мне не страшно уже с такими мужиками. И одной девкой какой-то. Так, окей, погнали. Странно. Что это такое? А, удалено цензурой, понял. Let's go. Ну, отсюда начнем. А, собрать коды карты, захватить ключ, взломать код карты, взять оружие. Понял. А, ну тут надо собирать, в общем, все это дело. Искать. А, скорее всего, я думаю, что они с ящиков сыпаются. Так, Эмибы ПЛА. Доступно. На X. Нифига себе. Что такое сейчас было? Получен доступ, эмблема. Так, все, окей, let's go. Let's go, let's go, let's go, guys. Эмблемка. Так. Одно есть. И к нам типы приехали какие-то. Там же главное тайм-коды собрать. Нам надо открыть теперь все это дело. Нам надо просто туда ехать. Так, окей. Получен доступ, амулет, контрольный образец. Найти оружие. Координаты оружия F8. На квадрате F8? Да где тут F8-то? Спасибо за пластик. Чего? Отлично, боец. Оу! Так, окей, оружие взяли. Нифига! Мне нравится эта пушка уже. Мощь! На нах, в хлебальничек. Ебай! 6, 13, 6, 7, 15, 14, 0. Так. Окей. Ролик, походу, что ли? Ну окей, вырубаем вебочку. На пике холодной войны дезертир КГБ Юрий Безменов выступил с пугающими объявлениями. Поймите, что происходит вокруг вас. Вы находитесь в состоянии войны. И у вас очень мало времени, чтобы спастись. Так, окей, погнали. Что-то интересное происходит. Бежим! Это медленный процесс, который мы называем активное мероприятие. Первая стадия — деморализация. Для деморализации страны надо 15-20 лет. Следующая стадия — дестабилизация. Значение имеют основы экономика, отношения с другими странами, обороноспособность. Следующая стадия – кризис. После кровопролитной смены структуры власти и экономики наступает нормализация. Это то, что произойдет в США, если вы позволите этим мерзавцам посадить в Вашингтоне правительство старшего брата. Которая наобещает стрекорба, невзирая на то, будут эти обещания выполнены или нет. По мотивам реальных событий. Блин, охренеть. Ну это реально круто. План, разрабатывающий десятилетиями. Те, кто не знают свою историю, мать его, обречены на ее повторение, понятно? Охренеть. Let's go. Бомба тикает, катастрофа приближается с каждой секундой. Опасность реальна. Ну, что-то прям вообще.
десятилетий. Мои сограждане, ядерная война грозит всему человечеству. Мы хотим мира во всем мире. 5 дней назад мы получили данные о советском агенте с позывным Персей. Если так, готовится что-то крупное, что повлияет на исход холодной войны. Давайте найдем эту гниду! Господин президент, угроза реальна? Да, сэр, более чем. Дайте Адлеру все, что ему нужно. Вы нас не подведете. Я в шоке. Просто очень круто сделали. Прям просто охренительно, я считаю. Нет, ребят, мне ролик очень понравился. Ставьте лайки, кому тоже очень ролик понравился. Я увидел там, ребята, я увидел там тропики. Тропики, мне кажется, это в любом батл-рояле это будет что-то вообще просто охренительно. А, что хочу сказать вообще в целом по поводу ивента. Это очень круто сделали. Немножко непонятно, да? То есть что-то какие-то миссии надо делать, что-то еще. Вот это, ну, немножко непонятно. Но в целом, прям, ну, вот под конец, когда ты бежишь и когда тебе это все читают, это очень круто, ребят. Это очень реально круто. Очень круто сделали, молодцы. Прям игра реально топовая, ребята. Блин, заходите играть в абсолютно бесплатно Warzone до, получается, до ноября. Ждем ноябрь. Что еще остается нам? Вот, но кто будет смотреть этот ролик, ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии, обязательно. Трейлер очень крутой,